Я предлагаю включить сегодня в повестку дня проект постановления о создании парламентской комиссии по расследованию эпизодов в Государственной Думе 15 июня. Удивительно, прошло несколько дней, и как будто все забыли, вообще ничего не было. Вообще не дается никакой оценки произошедшему. Вчера на сайте Думы была удивительная радушная тишина. Все смотрели радостно друг на друга, то есть как будто ничего не было. Когда несколько лет назад Жириновский чуть-чуть оросил тут кого-то с трибуны, да, какой был шум? Просто дикий шум, да, говорили некультурный человек, странная фракция и так далее. Здесь произошло нечто несопоставимое по масштабам, многочасовой митинг, по сути дела, в парламенте, и ничего, и тишина, и все как будто так и должно быть. Нет, так не должно быть.